Вариант сразу. Ждем мы от него результативных действий. Дель-Арше поменяет Адриан Риготен. Ну, Дель-Арш последние минуты был одним из самых заметных футболистов. На острие его, наверное, рано или поздно все-таки Арчай поменяет на Русеску. Все-таки 3-4 года, Пастильехо. Ну, вообще, интересный футболист. Фланговый атакующий. Хорошо Умар. И дальше сильный вынос мяча. Успевает свежий Риготен. Здесь, смотрите, гектар свободного пространства. Один встречает его защитник. Риготен. Передача. Офсайда нет. Неужели Умар? Передача. Нужно замыкать выше. Ну, ведь именно ФБО эту передачу сделал. Именно он эту диагональ придумал. Ну, Риготен, смотрите, как нахватил ему здесь остроумие, чтобы сыграть в пас. Там на ровном месте упал на газон Виктор Руис. Ну и ум. Но хорошо скинул, но Пата тоже понадеялся на товарища. Напрасно. Риготен. Полез на двоих без исходности. Совершенно. Потому что в параллельном матче Цюрих и Стява тоже пока как не могут выявить. Выходит вперед. Да, удивительный матч. Риготен. И дальше 3-1. И опасно Майер. Первый Фернандес головой играет. Мама дорогая, что сделал сейчас? Сансоне. Тиаго Пинто. Риготен очень здорово вышел. Испанский спор с своим хладнокровием. Таким хладнокровием опытного Верховного. Бакамбу! Встретил его Нуман. Как деловито сейчас он ногу выставил и побежал там что-то тренеру подсказывать. Да, именно так. Он тренеру, а не наоборот. Русеску! Команда по-прежнему никак не может. Даже Франц Анхель подает. А здесь только Риготен, не больше никого. Экспериментальный состав Вильярреала, да? Не на 100%, на 50-60 пусть будет. Все равно это сложно на выезде. И даже запасные Вильярреала, прямо скажем, не мальчики, да? Пинто штрафной, слева бьет, ближний спасает. В центр. Умар. Налево катнул, здесь Риготен. Тоже техничный француз, просто так мяч, конечно, никому не отдаст. Отворот. Заканчивается минута. Прохаска. Символично мяч у гостей. Риготен. Куда он спешить не будет. Хотя, смотрите, обостряет. Даже немножко издевается сейчас над уставшим Антой Рукавиной. Бьет. Клуба «Османлыспор», о котором до сегодняшнего дня практически никто не знал в Европе. А сейчас будут обсуждать. Вильярреал повержен. 1-2. Важно, да, с таким расслабленным, что ли, настроением.